Итак, всем привет. Время сейчас 5 часов 40 минут утра. Вот. Ну, я привык рано вставать, поэтому сейчас рано встал. Я сейчас без машины, как вы знаете, да? Вот, поэтому... Но на тренировку-то надо ехать и по делам тоже. Вот, собрал рюкзак, короче. Взял деньги, вот, карту на тренировку. И теперь либо на метро буду передвигаться, либо на маршрутке. Ну, точнее, на общественном транспорте. Вот. И получается, сейчас возьму каршеринг. Вот, открываем каршеринг. Белка кар. Кто-то ввел мой промокод, и мне упало 300 рублей. И тот, кто ввел промокод, ему тоже 300 рублей упало. Видите, машина стоит 7 рублей 82 копейки в минуту. То есть полчаса езды мне обойдется, ну, бесплатно, потому что у меня бонусный счет. Вы тоже можете получить бонусный счет, если введете мой промокод. Вот он, я еще на экране напишу. Вот по этому промокоду можете получить 300 рублей бесплатных и полчаса кататься бесплатно на каршеринге. Так, вот уже первая тачка прямо возле моего дома стоит. Kia Rio X-Line. Но я ее не возьму, потому что я хочу сначала до Макдональдса дойти, взять там кофе, ну, капучино, и потом уже по пути пить, ехать до Полежаевской. Поэтому эту тачку я не возьму, хоть она и около подъезда. Я возьму другую. Ба-ра-бам-бам. Блин, с одной стороны, хорошо, конечно. Блин, такое чувство облегчения, то, что не нужно садиться за баранку и работать в такси. Это, конечно, огромный плюс, то, что сейчас я могу свободно ходить на своих двух пешком и наслаждаться прогулкой. И, как говорится, проснулся не должен теперь. Честно скажу, очень необычное чувство ходить пешком после того, как ты постоянно ездишь на машине, вот с утра до вечера катаешь. Теперь общественный транспорт – это мой лучший друг. И мне тоже придется стоять на остановке. Главное не стоять на остановке под дождем. Так, теперь прохожу мимо МакАвто и захожу в обычный вход для простолюдинов, так сказать. Ну, работает с 5 утра, это хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, мне бы, пожалуйста, маленький капучино. Сироп добавить? Нет, без сиропа. Пирожочек на десерт? Без. 63 рубля. Картой. Хорошо, оплачивайте. Раз. Спасибо. Все? Спасибо. Все хорошо? Одного сахара будет достаточно. И тачка тут как раз около Макдональдса стоит. Думаю, ее возьмем сейчас. Странно только то, что показывает, что бензин осталось на 0 километров. Нажимаю забронировать. Начать аренду. Машина открылась. И теперь посмотрю, на самом деле там топливо на 0 километров, потому что бывает так, что приложение ошибается. Но машинка очень чистая, конечно, в каршеринге в этот раз попалась. То есть прям реально. Если сравнивать с моей машиной такси, это вообще небо и земля. Блин. А, тут полный бак, смотрите. Ну, это, я думаю, нет смысла фоткать. Ну ладно, сфоткаю на всякий случай. Да, теперь осталось посмотреть документы. Так, надо кофе отпить. А то она остынет. Так, страховка есть. СТС-ка есть, самое главное. Зеркало я всегда убираю вверх или вниз. Не люблю смотреть назад. Я пользуюсь только боковыми зеркалами. Вот этим и вот этим. Кстати, машина резвая, потому что тут режим спорт есть. Но я сейчас на режиме спорт еду. Ну вот он я, короче, еду. 100 км в час по МКАДу до Ярославского шоссе. Потом сворачиваю на проспект Мира, потом на ТТК и оказываюсь на метро Полежаевская. Очень удобно. Но каршеринг нет смысла брать, когда пробки. Вот сейчас в 6 утра, в 5 утра, вот такое время можно, до 7 утра. А потом уже проще такси вызвать, потому что по цене также выходит. Но это, конечно, тачка в 100 раз лучше, чем моя, которая была в такси. Яндекс-навигатор пришлось зажать между яйцами, потому что нет держателя.
Вот. Как-то выкручиваюсь из ситуации. Хоть я и безработный, но все равно хочется записывать видео. Вот все уже, как наркотик прям. Хочется читать комментарии, хочется записывать видео. Блин, теперь это реально моя еще одна зависимость. То есть я был зависимый от кофе, а теперь еще зависимый от видосов. Грубо говоря, эта поездка для меня получится бесплатной. Спасибо тому, кто ввел мой промокод. Ну все, доезжаю до третьего транспортного кольца. Сейчас эти едут до центра, до Садового, а мы сворачиваем. Вот, Рижский вокзал. Съезжаем на ТТК. Главное сегодня на выделенку не выезжать. Насчет ключа автомобильного, он уже вклеен в замок зажигания, вот он находится здесь, его никак не вытащить, вот, и заправлять машину вам тоже не надо, тут же и топливо есть. В общем, все включено, платите только за время и ожидание. Блин, хорошо, что у меня в камере стабилизатор, в этой экшн-камере, то есть я могу ехать, держать в руке, и изображение не такое трясучее получается. Все, нам пора сворачивать на беговую. А там впереди Сити. Хеллоу, коллега. Так, успели на зеленый. В каршеринге, кстати, платная парковка городская, она включена. То есть идет за счет города. Найти свободное место любое, платное, и поставить машину, хоть в центре Москвы. Это все включено уже в стоимость. Поэтому в Москве гораздо выгоднее иметь даже каршеринг. Ну, если редко ездить, чем свою машину. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мать и Камри 3.5. Сейчас посмотрим, интересно, уложились мы в эту сумму или нет. В 300. Капец, смотрите, как люди переходят дорогу. Хотя здесь не пешеходный переход, но их настолько много, что никуда не денешься, придется пропускать. Смотрите, сколько их. И как будто... И все не русские причем, все темные. А вот, впереди вижу платную парковку, сейчас на нее и встанем. Все, глушим машину. Выходим и смотрим, все ли нормально. По разметке встали. Так, смотрим по бабкам, что у нас там накапало. Уложились мы в 300 рублей или нет? Не, немного не уложились, на 17 рублей. Машина у нас закрывается. 318 рублей, 41 минута я ехал. Вернуться на карту. Ну, 17 рублей с карты снимут, 18 точнее. Ну, в принципе, в такси уже можно, если честно, не работать. На самом деле, дофига разных тем, в которых сейчас можно влезть. Блин, зависимость от кофе меня точно убьет. Подсаживаюсь на кофе потихоньку. Сейчас без машины проездная тройка, мой лучший друг. Так, сейчас проверим, сколько тут на балансе денег. Сюда. 0 рублей в кошельке. Пополнить кошелек. Оплатить банковской картой. Ну, пополню рублей на 500, наверное, сразу. Чтобы постоянно не пополнять каждый раз. Проверим баланс. 500 единиц. Давно не ездил на метро, сейчас поеду. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица 1905 года. The next station is улица 1905 года. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Итак, сейчас пришел после тренировки домой.
Вот, фотоаппарат я сегодня с собой не брал. Вот. Можно сказать, ну, принял душ. И сейчас готовлю. Ну, приготовил себе салат. Тут бекон жарится. И еще отварной картофель. Это будет мой обед, скажем так. А потом буду делать дела за компьютером и монтировать это видео. За окном хорошая погода. Ну все, короче, я с вами прощаюсь. Вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, как говорится. Ну и комментарий, как всегда. Все, всем пока.